Большое внимание сегодня было приковано к прилету председателя КНР Си Цзиньпина. Китай – один из ключевых членов БРИКС и крупнейший в мире производитель товаров и услуг. Китайского лидера у трапа встретил Рустам Миниханов. Си Цзиньпин отметил, давно хотел приехать в Татарстан и поблагодарил рейсы республики за высокий уровень подготовки к саммиту БРИКС. Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Вы много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани. Мы стараемся. Гостю предложили попробовать каравай и чак-чак. Как оказалось, татарское национальное лакомство Си Цзиньпину хорошо знакомо. А у нас в Китае тоже есть. Китайские власти неоднократно поддерживали расширение БРИКС. В организации страна председательствовала в 2022 году. В разговоре с иностранными журналистами Рустам Миниханов отметил значение БРИКС и важность многополярного мира. Здесь ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярный. Уже сегодня с главой КНР встретится Владимир Путин. Кортеж Си Цзиньпина тепло встретили у отеля. Его приветствовали флагами Китая и плакатами «Добро пожаловать в Россию». Добро пожаловать в Россию! На самолете в цветах национального флага в Казань прилетел премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Он лауреат Нобелевской премии мира за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Доброе утро! Добро пожаловать в Россию! У трапа на красной ковровой дорожке высокого гостя встретил Рустам Миниханов. Супруге премьер-министра Эфиопии Зинашта Ячу раис республики вручил букет цветов. Она попробовала хлеб с солью. Выбор Абия Ахмеда пал на чак-чак. Отметим, Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января этого года. Глава правительства Индии Нарендра Моди в Казань прилетел в клетчатом жилете. Под ним традиционная курта, свободная рубашка до колен. При встрече Рустам Миниханов поздравил премьер-министра с вручением ему этим летом ордена Андрея Первозванного. Награду удостоил Владимир Путин. Добро пожаловать в Россию. Очень приятно вас видеть. Поздравляем вас с большой российской наградой. Мы очень обрадовались. Индия состоит в БРИКС с момента его основания, как одна из крупнейших экономик мира. Нарендра Моди приветствовал встречающих традиционным индийским жестом. О визите в Казань на саммит Нарендра Моди выложил пост на русском языке в своих соцсетях. Приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Этот саммит очень важен, и обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше. Для участия в саммите приехал президент Египта Абдель Фатах Сиси. У трапа его встретил Рустам Миниханов. Египет стал членом БРИКС в начале этого года. Страна, связующая звено между Ближним Востоком и Северной Африкой. Рад вас видеть. Спасибо, что вы вместе с нами на большом уровне. Добро пожаловать в Россию! У трапа самолета президента ЮАР Матамела Сирил Рамафоса встретил Рустам Миниханов. В БРИКС ЮАР продвигает интересы не только своей страны, но и всего африканского континента. Наш председатель парламента. Рустам Миниханов показал гостю, как есть каравай и чак-чак. Угощение гостю очень понравилось. Вечером в Казань прилетел президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это его первый визит в Россию. В аэропорту его встретил премьер Алексей Песошин. Следом прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Его поприветствовал Фарид Мухаммедшин.
Также председатель республиканского парламента встретил в воздушной гавани президента Конго Дениса Сунгессо. На саммит прилетел и президент государства Палестина Махмуд Аббас. Все главы государств оценили гостеприимство и радушный прием на татарстанской земле. Дмитрий Айринин, ТНВ, Казань.